На несколько часов две дорожки бассейна «Дельфин» в распоряжении лучших пловцов – гордости Ленинского района. Здесь тренируются чемпионы Московской области, России. Олимпийский призер. Количество титулованных спортсменов на один квадратный метр зашкаливает. Когда смотришь, ты получаешь море удовольствия, потому что это действительно наши звезды. И что на нашей базе это проходит. Потрясающе. Под пристальным наблюдением тренера наши звезды развивают максимальную силу. Жгуты, отягощения. Этих приспособлений не встретишь на обычных занятиях по плаванию. Оно и не мудрено. Этих ребят готовят к новым победам. Их нынешние результаты не предел. Но каждый понимает, без наставника достигнуть желаемого невозможно. Я считаю, что с Андреем Геннадьевичем я смогу дойти до Олимпийских игр и, собственно, рассчитывать на какое место. Скорее всего, на первое, как все и хотят. Но, надеюсь, будем работать без конфликтов, и у нас все будет получаться. В результативности работы с Андреем Шишиным не сомневается и олимпийский призер Евгений Рылов, который в этом году привез из Рио бронзу. Он считает, что тренировки – неотъемлемая часть жизни любого спортсмена. У него они занимают 80% всего времени. Евгений признается, чувство лени ему знакомо в домашней обстановке, но только не в бассейне. Чувство лени появляется во всем остальном, когда после тренировки, до тренировки. Неохота как бы ничего делать, там, двигаться нам, не там. Когда тебя что-то просят, ты такой, ну нет, как-то лень, все. Легче просто подорваться два раза и просто лежать дома. Рядом с чемпионами занимаются малыши, такие же, какими когда-то были и наши звезды. Такое соседство создается намеренно, чтобы юные спортсмены смотрели на своих старших единомышленников и стремились к достижению высших результатов. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.